Дорогие друзья, добрый вечер. Итак, спасибо вам всем, что сегодня пришли к нам в гости по этому знаменательному поводу. Сегодня презентация CD-альбома нашего трио «Орнамент», которое молчало 10 лет и теперь возобновило свою деятельность в нынешнем составе. Анатолий Мочуленко, акустическая гитара. Вартан Бабаян, в данном случае Кахон, Феликс Лохутин. Также ожидаются специальные гости, они будут представлены чуть позже. Альбом называется «Together Again», снова вместе. Там у барной стойки можно будет его приобрести в трех вариантах. В варианте такого маленького тоненького диска, в варианте подарочного CD, в варианте винила. На виниле он также вышел, так что там в перерыве будет еще антракт, можно будет там все это приобрести. А сейчас мы, пожалуй, начнем сегодня вот премьеру нашей программы. Первая пьеса была написана мной, каркас ее был сочинен еще в очень давнее время, но потом она была подвергнута доработке, и называется она «Потеря самомнения». С нее мы и начнем нашу программу. Thank you.
Следующая пьеса тоже из старых моих заготовок. Называется она «Золотые деревья». Погружаемся. Thank you.
И сейчас, поскольку были у нас обещаны сегодня специальные гости, то в следующей композиции я ее хочу специально объявить. Дело в том, что, во-первых, она написана нашим другом и учителем Олегом Михайловичем Степурко. Заранее создадим. Вот. Посвященная она другому нашему другу и учителю, к сожалению, уже непокойному, блестящему джазовому контрабасисту Анатолию Васильевичу Соболеву. Называется она «Небесный контрабас». И гостя здесь сейчас сразу на сцену выйдет два. Один из них — это один из, ну, на мой субъективный взгляд, лучших сейчас российских джазовых контрабасистов, достойный ученик Анатолия Соболева, это Игорь Иванушкин. Игорь, просим. Знаменитые с вами разные практики, второе приближение и так далее, и многими другими. И, собственно, автор данной композиции Олег Михайлович Степурко, мы просим. Вот. Также он автор статьи замечательные, написанные на обложке диска, ее можете читать. Господа, я скажу коротко. Дело в том, что вот сейчас вы все присутствуете в историческом событии. Сейчас рождается настоящий русский джаз. Все до этого это была американщина, а вот эти молодые, талантливые, даже несколько гениальные люди, они создали такую корневую музыку. И когда я писал свою рецензию, я говорил, что вот все, мы ждали и дождались. Феликс и Толя — это великие русские джазмены, о которых будет написано в многих книге и во всех энциклопедиях. Ура! Я в красной краске. Thank you.
Игорь Иванович, Олег Чепляков, Медвестный контрабас. Следующая пьеса у нас пока без гостей. Исполняемое трио называется «Размышления». Thank you.
Это была пьеса «Размышления», и сейчас мы хотим позвать еще одного специального гостя. Это мой коллега скрипач, мой друг по нашему объединению скрипач.ру, Георгий Осмоловский. И следующая пьеса его авторства, и называется она «Бразильский бриз». С нее, можно сказать, начинается наш альбом. Thank you.
Георгий Осмоловский, Анатолий Мошеленко, Вартан Бабалев, Ферик Лошадей. А также с нами были Игорь Иванушкин, Олег Степурко, Трио Орнамент. И сейчас небольшой антракт. Встретимся в следующем отделении. Спасибо. Я хочу просто поблагодарить тоже Феликса Лошадей за то, что вообще он как-то, ну, за этот альбом. И за то, что мне посчастливилось принять в нем участие, и это просто гениальная музыка с моей стороны. Такого альбома еще в России не было. Итак, мы снова с вами. И сейчас у нас в гостях еще один специальный гость, принявший участие в записи нашего альбома Together Again. Это блестящий московский виолончелист, который уже выступал неоднократно на сцене клуба Алексея Козлова в составе группы FX Quartet. Это консерваторские скрипачи, альтисты, которые играли композиции Майлса Дэвиса, Орнета Колмана и даже Майкла Джексона, играли фри-джаз, играли фанк таким классическим квартетом. Вот. Еще он работает в различных серьезных оркестрах. Вот, но нашел время сегодня поучаствовать с нами. Илья Рубинштейн, ваше мнение. Достаточно серьезная философская пьеса, в которой он принял участие. Тоже из старых еще моих заготовок, называется «Покаяние».
И я выставлю. И сейчас, наконец, мы переходим к сочинениям Анатолия Мочуленко. И следующее, на мой взгляд, совершенно потрясающее произведение, которое составило бы честь любому французскому кинорежиссеру, она называется «Песня Мари». Ну, меня лично, когда я вот впервые услышал, погрузилось в какое-то вот парижское пространство. Вот, ну, сейчас посмотрим, что услышите в этом вы. Thank you.
Анатолий Максимович. И сейчас прозвучит еще одна композиция Анатолия Мочеленко. Композиция, как бы это сказать, со сложной судьбой и предысторией. Несколько раз пыталась она быть исполнена в различных составах, но что-то не складывалось. А композиция, между прочим, посвящена Николу Паганини, и называется она «Никола». И сейчас вот, наконец, может быть, нам и удастся.
И в заключение нашей программы прозвучит композиция, тоже из моих, опять же, старых заготовок, но сильно переделанная, можно сказать, совершенно уже новая композиция, которая как нельзя более подошла, так сказать, для названия этого альбома, поскольку «Орнамент» молчал 10 лет. И композиция называется «Снова вместе», «Together again». Thank you.
Друзья, еще хотел сказать, что поскольку наш концерт сегодня по системе Pay As You Want, то чтобы, так сказать, могли мы нашим всем гостям сегодня финансово помочь, там гитара у входа, в которую можно бросать сколько возможно денежек, и это будет ваш вклад в российское искусство.
волшебные горшочки. Один из наших излюбленных коверов авторской программы сегодня звучала, ну, для джема можно ковера. Thank you.
Thank you.
На сегодня все. Какое там у нас число в Петровиче, Анатолий? Петровичу до какого числа? Четверг, кажется, 24 апреля состоится второй концерт «Трио Орнамент» в клубе Петрович. Потому что в пятницу. Да. Да, потому что в пятницу в клубе Высоцкий. Да. Вот, ну только там не «Орнамент», там другой. Так что в четверг ждем в клубе Петрович 24 числа. А сегодня спасибо вам большое. От вас мощная энергетика исходила. Мы подзарядились.